Ну, так игра тяжелая, это, как говорится, дерби гомельское. Есть дерби и дерби, но я думаю, что сегодня все было, и страсть, и желание у всех, у обоих команд. Очень хорошая игра, ну, считаю, получилось. Тебя долго не было в рамке. Как твои впечатления после длительной паузы? Ну, так, ну, долго, да, не играл, но приятно, конечно. Хорошо, когда на родном стадионе при такой атмосфере болельщиков играешь, так что только положительные эмоции и позитив. Самый сложный отрезок или отрезки в этом матче лично для тебя? Ну, наверное, так, ну, наверное, в начале так вот немножко мы как-то так не сконцентрированно вышли играть. Ну, а потом начали играть свой футбол, как мы умеем, создавали моментов, считаю, что могли еще и больше забить. Готовились к славе. Соперник удивил чем-то? Ну, не знаю, мы, наверное, так и рассчитывали, как, ну, что они так играть будут. Ну, хорошая команда, все бьются, тоже играют, тоже футбол пытаются, поэтому В мне перерыве тренер понравилось. что сказал и на что сделал упор? Все-таки тоже шаткий счет, 1-0, и гол был забит в конце только первого тайма. Казалось, что все как на качелях может в другую Да, сторону. так особо ничего, подсказал просто так, индивидуально там, как сыграть и все. А так. Ну, уверенность была в том, что до конца матча. Да, концентрацию главное держать, чтобы мы были все в тонусе и внимательно все довели до победы.